Нормально. У тебя как? Ничего. Ты что вчера убежал? Куда? Ну, куда ты ушел так быстро? А ты? Я тебя тут ждал. Я тебя не ждал. И вещи что-то не стал забирать. Ну, он забрал. Пускай. Ну, забрали. А ты что не стал забирать? Ну, пускай забрал. Ты что не стал мне забирать? Мне хватит. Хватит? Ты помог. Молодец. Поможешь? Да поможем, чем сможем. Деньгами помоги. Помогу, только не сейчас, Серег. А когда? Ну, в другим разом. Когда? Ну, хоть 500 рублей, дай я. Пока нету, Серый. Хоть 200. Пока нету. Возьмешь кофе? Кофе возьму. Возьми, два кофе. Бери, два тебе сразу. Три в одном. Три в одном? Да. Хорошо. Точно возьму? Возьму, Серег. Владимир Иванович, ты кофе будешь? Ага. Ну все. Оль, Сергею три в одном, два штуки. И Владимиру Ивановичу, какой у тебя? Оль, три кофе сделаешь? Делай. Ох. А ты кофе будешь? Я только сейчас попил, Сереж. Где? Да здесь. Че, пил? Ну, возьму за компанию с вами попью. Четыре, ну. Оль. Четыре. А, полезет? Полезет, Серый. Ты что-то похудел, что ли, смотрю? Да. Ты похудел? Да. Куртка, посмотрю, большеватая тебе стала. Ну, какая? Она не такая должна быть. А ты что это? Вещи не стал забирать? Ты... Мать ругает. Мне кожаное намеку тебе надо? Не, мне не я надо. Я могу дать тебе. Мне ничего не надо. Подарить тебе. Я тебе сам могу подарить, Серег. Кого? Куртку кожаную. Ну, мне есть куртка. Она мне не сходится. А тебе сойдется. Не. Ну, намеку хорошая, чистая кожа. Не, вот Владимир Иванович, хочешь подари лучше. Владимир Иванович, тебе кожанку подарить? Зачем? Одевать, носить. Зато отдам. Куртка кожаная, Владимир Иванович. Приноси. Возьмешь? Ага. Ну все. Приноси, Сереж. Владимир Иванович не откажет. А что ты не стал забирать? Мать ругает, наверное, да? Мать ругает, сказал, не брать. Ты сначала говоришь, четыре. Я на тебе не обижаюсь. Я тоже, Сереж, на тебе не обижаюсь. Ну что тебе, я тебе что, плохо делал, когда... Никогда в жизни. Бил тебя никогда, хоть раз, да? Никогда. И я это не позволю. Никогда не позволю. Ты сначала говоришь, вещи приноси, а потом не нужны. Зачем же ты сразу не сказал? А что ты ему не отдал? Отдали уже. Ну все. Ну тебе же предназначались. Зачем? Твой размер. А тебе привезли? Ну? Тебе? Да, я тут... Это твои вещи. Ну твои были теперь уже. Нет, твои. Мои. А ты мне их отдал, зачем? Потому что твой размер. А твой размер? У меня чуть поменьше. Серёж, у тебя куртка здоровая, тебе большие прислали. Там вот такие все шмотки, чего ж ты не стал забирать, а эх, Серега. А что мне... Мать потом, боишься. Там, чтоб мне приехали оттуда и бошку оторвали. Никто. Или в милицию забрали за это. Никогда не заберу. Они, может, ворованные вещи эти. Ну как они могут быть ворованные? Я же отвечаю за них. Ты? Конечно. Какие ворованные? Ни ворованные, ни спокойников. Ни наркотиков там никаких нет, Серега. Все там, правда? Конечно, все там как надо. А может там наркотики есть? Ну, разберешься. А? Разберешься тогда. Че, когда тогда? А? Тише, не надо. Че, в гарнитуре? Гарнитура. Где, покажи. Да вот она. А-ха-ха-ха-ха! Шапку хотел тебе купить зимнюю. Какую? В московском магазине. Зачем? С ушами такую новую. У тебя старая? Ну зачем? Ну чтобы была у тебя. Твой давай, давай. Возьмем, давай. Сереж? Не, мой, Володь. Там... Вот, мой, вот. Какой мой? Вот эти твои. А, мои? Ну давай, мои. Серень, шапку сходим, купим тебе. А тебе деньги есть? Возьму новую шапку тебе, ушанку. Откуда ты? Ушанку. Деньги. А на 3000 стоит? Я ж тебе говорю. А что там деньги? А там даже деньги. Ничего нету. Деньги там. А ты какая, а? Так будем шапку брать или нет? Нет. И когда будет, я скажу. Возьмешь? Ну пойдем сейчас купим. Ну, да иди деньги возьмешь. Ну тебе какая разница? На телефоне. Какая тебе разница, Серый? Сказал возьму, значит возьму. Пойдем ушанку тебе возьмем новую. А такую не возьмешь?
А такие там не продают папахи. А что? Кто же хотел папаху? А ты папаху не носишь? Я. У нас только один Владимир Иванович носит папахи. Давай... Это мой, нет, не надо. Не надо, не надо. У меня холодненький, Серёга. Нет, давай переменимся. Блин, ну давай. А что ты боишься, а? А вдруг ты там наркотиков подсыпал каких-нибудь мне? Какие? Где? Или яду подлил. Давай. А? Ничего ты там не подсыпал? Нет. Ты не надеешься на меня, надейся. Я это не делал ни никогда. А ты сделаешь? Никогда в жизни. Бросай таблетку. Нет. Бросай. Нету таблеток. В кармане? Нету. Да. У-у. А покажи карман. Да вот смотри. Нет, кроме сигарет, карман. Ну вот, на, потрогай. Видишь, нет ничего? Ничего. Че, пойдемте шапку купим. Че, правда, Вовка? Генек заболел. Да, лежит. Он не умер? В больнице лежит с инсультом в Михайловке. А когда он заболел? Ну, уже неделю, наверное, точно болеет. А ты откуда знаешь? Ну, сказали мне. Кто? Люди добрые. Ну, кто? Ну, ты не знаешь все равно. Ну, скажи, кто? Сестра. А-а-а! Сестра? Таня? Сестра есть у него? Таня. Ну, да. Сказала. Он же друг твой. Ты знаешь, кто у нас глава администрации? Я все всегда знаю. Скажи. Да зачем она, Сереж, тебе это надо? Не, я хочу пойти к Коле Бражнику, ага, сказать, что посыпали песком. Там гололед вообще. Вот к нему и сходи в сельсовет. И я пойду схожу, да и скажу. В сельсовет и сходи. А то я, знаешь, куриным шагом иду, там лед сплошной. Я чуть не убился вчера. Как поскользнулся, как пошел. На сливу и удержался. Пойдем шапку тебе возьмем. Как у тебя? Как у тебя, только новую. А вот такую. И такую можно купить. Здорово. 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 Здорово, здорово. Серёнь. Здорово. Пойдем, возьмем. А ты его знаешь? Да всех знаю. А. Ну что, сходим в магазин, возьмем шапочушку. Не надо. Сказали тебе подарить подписчики. Зачем? А мать обидит, будет ругать. А что она тебя все ругает? И мы же тебя от души дарим. Она мне бьет. Мы же тебя от души, не ворованные, бьет, никакие. По морде бьет. Ни с трупов, ни откуда. Вот так вот. Ни с могил. А, с каких могил? Ни с каких не могил. Люди просто подарили тебе и все. Серёнь, ты что захеришь? А может быть, вы воровством занимаетесь, а? Да нет. Не были замечены еще, Сереж, а? Не были замечены. На видеокамеру поснимали вас? Нет, а? Не было такого. А в тюрьму? Не дай бог никому. А? Не дай бог никому. Это точно ты говоришь? Точно. Пойдем, а? Шапку возьмем. Какую? Новую. Зимой нету. Все, уже последний месяц зимний идет. Ну что, чтобы была на другой год. А зачем? Да надо, я тебе скажу. Поймешь? Ну и все. Они даже меня, Альберт, боитесь меня? Да вдруг ты ножом пронешь. Кто? Ты. Че у тебя такая? Головой. У тебя не пистолет там? С головой не дружишь. У тебя не гранаты там, может, в сумке? Нет. Может, гранаты? Да. Или пистолеты? А что ты боишься? Или ножик, Серег? Да не, а у тебя нож, правда, есть? У меня дома. Покажи. С собой не ношу. А что? Ну зачем холодное оружие нельзя? А что? У меня дома все пистолеты, автоматы. Ты пьешь? Гранаты. Не боишься? Нет. И я пью. Ничего ты не подсыпал мне? Не умру я? Видишь, пью. Ты видишь? А вдруг она не сразу действует? Яд. Яда нет никакого. Уже сыпанул. Да ну, Серый. Не, брат, сыпанул. Ничего не сыпал. А ты у нас был, собака рвала, ты приходил. Ты же сказал не приходить, я 100 лет к тебе не хожу. В окно стучал. Нет, я последний раз вам... Нет, слушай ты, меня ты, внимательно. Ты, послушай ты. Меня, я последний раз у тебя был, когда лопату приносил. И все? Все, больше не был. А ты приходил? Откуда я знаю? Стучали в окно. Ну откуда я знаю? Я же за все... А мы не вышли. И правильно сделали. Мы заперлись, и все, свет погасили. И правильно. Стучи, прям... Вот так вот.
Прямо во двор зашли? Да. Может, соседи? Не знаю. Я не приходил, Сереж. Я последний раз лопату тебе принес. Я спросил, он говорит, нет. Ты сказал, чтобы мать не видела? А может, так пенсию? Я и делаю. Может, пенсию приносили? Может, пенсию приносили. А вы что-то закрылись и свет потушили. Так нельзя, Серёж. У нас тут все свои. Чё-то не допил. Допиваю. Ты, Владимир Иванович, лупанул? Завтра у Олега профессора день рождения. Какого? Приходи. Какого? Ну вот Олег с нами стоял здесь. Головокин? Да. У него день рождения, 37 лет. Приходи туда. Куда? К акуле. Завтра шашлычок. Куда? Акула. А там что будет? Там шашлык будем жарить. Сань. И тебя угостим. Приходи, покушаешь, Сереж. Не люблю. Баян будет. Должен быть, по крайней мере. Или гармонь. У тебя куртка дорогая, не? До 15 тысяч. Сколько? 15. А что за номер? Порядковый номер. 37, 31, 07, 6 и 127, 07 и 008 Е. Порядковый номер. А вот этот номер что обозначает? Секретный код. А у тебя код какой? Секретный. Не, в телефоне код какой? А зачем я тебе буду говорить? А? У тебя номер 78? Нет. Последнее? Нет. 66. Сколько? 66. 78. Ты мне давал, у меня визитка есть твоя. Да? Что ты обманываешь меня, а? Может, ты путаешь ты что-то? Ты не инопланетянин случайно, а? Я нет. А? Нет, это а нет. Может, да? Нет. Может, да? А ты? Анька, лицо другое делаю. А как ты так делаешь, а? Анька, зрачки кверху можешь? А, глянь, может, да. Закатить зрачки? Володь, оставь. Владимир Иванович, это Серегин. А ты что, хватает? Ты же уже суданул. Он куда ты пьешь, что? Он еще хватает. Отдайте мне. Да если не жалко, отдай. Меня возьмешь? Возьму. Бери, бери. Ты не жадный, да, Серёг? Я могу даже последние штаны снять и отдать. Последние штаны не надо.